Землетрясение – это разрушительное природное явление, которое может перевернуть жизни тысяч людей всего за несколько секунд. Но почему происходят подземные толчки? Землетрясения, как правило, происходят вдоль линий тектонических разломов, таких как вулканическое огненное кольцо. Это зона по периметру Тихого океана, где расположены такие архипелаги, как Индонезия и Филиппины. Земная кора и часть ее мантии состоят из тектонических плит, которые покрывают поверхность планеты, как яичная скорлупа. Тектонические плиты нестабильны. Когда их движение блокируется, накопившееся напряжение приводит к разлому, и высвобождаемая энергия распространяется по Земле в виде сейсмических волн. Они могут быть объемные и поверхностные. Волны первого типа наносят наибольший ущерб, поскольку в основном они разрушают большую часть инфраструктуры. Можем ли мы предсказать землетрясение? По сути, нет, но это не означает, что ученые не пытаются. Они изучили выбросы газообразного радона, а также поведение животных, чтобы выявить признаки землетрясений. Но есть и другие методы, которые могут помочь оценить, когда произойдет землетрясение, хотя конкретных дат назвать никто не может. С помощью долгосрочного прогнозирования сейсмологи могут предсказывать появление землетрясений, учитывая их локацию и силу за последние 200 лет. Затем ученые определяют 50-процентную вероятность землетрясения магнитудой не менее 7 баллов в течение следующих 50 лет. Как мы их измеряем? Землетрясения обычно обнаруживаются с помощью сейсмометра, который регистрирует любое движение плит. Интенсивность или масштаб землетрясений в основном регистрируют с использованием шкалы магнитуды момента, которая заменяет шкалу Рихтера. Но нынешняя шкала не учитывает потенциальный урон от землетрясения. Это будет зависеть от ущерба инфраструктуре в каждом пострадавшем районе. В конце концов, люди погибают не из-за землетрясений, а разрушений.